Майданик застав будучи на лечении после операции, так, смотрел через интернет все эти новости, и жалко было, что не мог принять участие. К тому времени я уже довольно плотно и долго занимался, мы как сотрудник благотворительного фонда, мы занимались бездомными. И первое то, что вот касательно своей сферы, я просто понял, что нас ожидает в скором времени, когда началась уже война, что ожидает новая волна других уже бездомных, качества другого уровня. То есть люди, которые не придут тарелку супа просить, это люди, которые не просто живут на улице, а так получилось, что он где-то с семьей заладилось, в работе и так далее. И мы не готовы принять будем этих людей. Вот. И я принял решение, что нужно ехать, нужно находиться там, где рисковых. С 23-й бригады я впервые столкнулся в 15-м году на шахте Бутовка. Мы там были, в декабре, и я влюбился в бригаду, и как бы потом даже наши многие побратимы, которые там были в ОУ, там подписали контракт, были в нашей бригаде, мы с ними пересекались уже потом, в другой жизни, там уже на мирной территории, и все очень хорошо отзываются, помнят бригаду, ну, кто-то уже инвалид, кто-то уже там, ну, в разной жизненной ситуации, но с добрым словом, да, бригаду.